Здравствуйте, Ксения. Давайте попробуем решить ваш вопрос. Вопрос достаточно тривиальный. При соединении поверхности в одну такие моменты случаются, что мы не можем взять и какую-то из них добавить в общую объединяющую. Сейчас я немножко красоты наведу для удобства. Выберу поверхность, которая у нас не присоединяется, и сделаю ей в стиле свой стиль особенный. Так, теперь нам ее хорошо заметно. Для поверхности общий проект пока скрою изображение треугольников. Значит, и это отображение треугольников мы сейчас включим для как раз таки поверхности. Вот это не сейчас. Теперь эти треугольники извлекаем из поверхности, как объект AutoCAD. Вот они получаются отдельно. И их добавляем в поверхность проект общую. Как объекты чертежа добавить 3D грани с сохранением конфигурации обязательно ребер объекта, чтобы все треугольники были точно такой же конфигурации. Они просто добавились по ним точки. Теперь эти самые 3D грани нам, в принципе, не нужны. Они свою роль сделали. Можно их, конечно, оставить скрыть. Я их просто удалю. В стиле поверхности выключаю треугольники. И теперь эти треугольники мы с вами включаем, как они у вас были. Contours and Triangles. Странно, что вы используете англоязычный шаблон. Ну, не принципиально, конечно. Так, вот у нас получилась поверхность объединенная общая, но здесь вот построились еще дополнительные треугольники, которые можно через команду редактирования поверхности удалить линию, почистить, удалить. Этого больше нигде нет. Способ, может, не самый изящный, но всегда работающий. Так, что-то я тут лишнее удалил. Лишнее удалил. И восстановил. Но зато работающий 100%. То есть извлечение из поверхности, которая не добавляется, треугольников, и добавление этих треугольников в общую поверхность.